Приветствую, мои друзья. Как передает издание Global Times, китайцы все-таки сумели разработать оружие, которое не убивает, а только заставляет противника мучиться от боли. Работа велась экспериментами из Пекинского института радиоизмерений и китайской корпорации по аэрокосмической промышленности. Ученые все-таки смогли найти новое применение микроволновым волнам. Проект получил название Microwave Active Denial System. Волны длиной в несколько миллиметров оказывают негативное влияние на нервное окончание эпидермиса в момент соприкосновения. Как известно, наша кожа очень чувствительна для подобного рода воздействий. Боль оказывается настолько сильной, что ее становится невозможно терпеть. Китайцы отметили, что разработка может использоваться для разных целей – охраны важных персон, борьбы с терроризмом и так далее. Примечательно, что оружие может быть применено сразу для группы противников. Это делает его невероятно эффективным. Да, я знаю, что у американцев есть подобное оборудование, которое устанавливается на хаммеры. Но оно излучает вокруг себя негативное поле, которое влияет на операторов и может вызывать рак. Детальных исследований у китайцев еще не проводилось, но ученые уже заверяют, что их творение не вызывает рака, так как длина луча составляет всего лишь 0,4 мм. Чуть позже встретимся и с участниками. Пусть они думают, ой, какой я добрый китаец, он даже муху не обижает.